Гуляли как-то Коржик, Карамелька и Компот по лесу. И вдруг увидели кусочки шоколада, которые были раскиданы по поляне. «Ой, смотрите, шоколад! Что здесь делает шоколад в лесу?» «Я не знаю, но он очень вкусно пахнет, и надо его съесть». «Да, да, давайте скорее есть шоколад!» «Какой же вкусный шоколад! Как здорово, что мы его нашли!» «Мяу, мяу, мяу, мяу!» Кусочек за кусочком съели котятки весь шоколад и не заметили, как наступил вечер. Тут из-за дерева выглянула Маша и увидела котят. «Котятки, что же вы наделали? Зачем вы съели весь мой шоколад? Я же его специально выкладывала, чтобы вернуться домой. Ой, и мы теперь не знаем, где наш дом. Похоже, мы все потерялись». «Я знаю, что надо делать. Нужно идти назад по крошкам, которые остались от шоколада». «Я не могу идти. Я объелся и хочу пить». «Котятки, тут рядом есть ручей, где вы все можете попить. Мяу, 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 мяу!» Но все крошки от шоколадной дороги съели птички. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. «Что же нам теперь делать? Мы никогда не найдем свой дом!» «По полям, по полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет!» «Котятки, вы слышите? Там едет трактор, трактор, трактор! Подожди нас, подожди, подожди, подожди!» «О, Коржик, котятки, Маша! Что вы делаете так далеко от дома?» «Мы гуляли, нашли Машин шоколад, весь его съели, и теперь никто не знает, где наш дом». «Я знаю дорогу к вашему дому. Давайте я вас всех отвезу». «Мяу, мяу, 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 мяу! Ура, ура, ура!» «Поехали! А ну скорее давай, попробуй отгадай. Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет?» «Мяу, мяу, 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 мяу». «Спасибо, синий трактор. Здесь я уже знаю, как идти». «Пока, Маша, и больше не теряйся. А вот и ваш дом, котятки». «Мяу, мяу, 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 мяу». «Спасибо, синий трактор. Пока». «Пока, котятки!» «О, котятки! Вы как раз вовремя! Я как раз испек вам вкусный шоколадный торт!» «Шоколадный? О, нет!» А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше!